Нефтекамские предприятия «Хлебокомбинат Хлебосольный» и мясокомбинат «Камский бекон» получили награду в республиканском конкурсе выставки «Лучший продукт». Мероприятие прошло в Уфе с 24 по 27 ноября, где главным организатором выступил Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. Проводились конференции, в том числе и закупочные, круглые столы, на которых обсудились проблемы фальсификации продуктов, дегустации. Золотыми медалями и грамотами конкурсная комиссия наградила 21 производителя, среди которых «Камский бекон» и «Хлебосольный». Нашим предприятиям были представлены такие продукты, как несколько тортов и печенье, то есть наши новинки. Первый продукт – это продукт «Торт «Все в шоколаде». Название этого торта уже говорит само за себя, то есть это весь такой шоколадный торт, крем-сметанно-шоколадный, шоколадные коржи. Здесь был представлен торт творожно-персиковый, то есть это натуральные персики, творог и бисквитный корж. И здесь же также были представлены наши печенья. Это печенье тандем, сдобное печенье со сгущенным молоком, и овсяное печенье. Но подчерпнули то, что все-таки принимать участие в выставках надо, потому что мы смотрим на то, во-первых, там были представлены все, многие производители Республики Башкортостан. То есть была такая продукция, которую не увидишь где-то в сетевых магазинах. То есть мы друг друга видим, с друг другом общаемся. Напрямую идет общение с покупателями, то есть их отзывы, тут же идут дегустации, какой-то обмен опытом, обмен мнениями идет. То есть, всегда это полезно. Узнавать информацию о продукте, о своей компании, знают ее или нет, это всегда полезно.